Всем привет! Если тебе снова нечего смотреть, так ты по адресу. Сегодня я приготовила подборку коротких турецких сериалов. Так что оставайся и смотри видео до конца. Я уверена, что ты пересмотрел не все сериалы, и твои выходные станут намного интереснее, если ты посмотришь мой топ. Выбирай себе сериал по душе. Думаю, ты обязательно найдешь что-нибудь под настроение. Делись подборкой с друзьями и любимым сериалом, потому что все сериалы здесь отличные. Ну а я желаю всем хорошего настроения и перехожу к топу. Открывает сегодняшнюю подборку сериал «Сон». 10 серий. В ролях Хазал Филиз Кючукосе, Джейхун Мингираглу, Улаштуна Астапе, Азге Сезиндже, Гонка Гюль Сунар. Булут и Элиф давно мечтают быть вместе, но проблема заключается в том, что герои являются выходцами из совершенно разных социальных слоев. Так сложилось, что и семья Элиф категорически против того, чтобы девушка связывала себя отношениями с недостойным. В итоге только во снах влюбленные могут проводить время и встречаться, но этого недостаточно для счастья. В реальности между героями возникает еще одна преграда в лице другого мужчины, который также будет мешать Булуту и Элиф воссоединиться. Им предстоит бороться за свою любовь вопреки мнению и желаниям родственников. На четвертом месте сериал «Сердце ветра», 9 серий. В ролях Бурак Сердар Санал, Денис Байсал, Джесми Баскин, Ахмед Сарачаглу, Башак Дашман. После того, как Рюзгар потерял в аварии любимую девушку, он покидает Турцию и уезжает в Боснию и Герцеговину. Он стремится убежать от всего, а особенно от воспоминаний. В течение 2 лет парень не контактировал ни с кем, в том числе и со своей семьей. После долгих усилий, наконец-то след Рюзгара находит его дядя Кемаль и мать Вахиде, которая является владелицей известной компании в Турции. Кемаль, отправившись в Боснию, возвращает обратно Рюзгара. Но сердце парня все еще ранено и душа страдает. Он снова не сможет остаться и, никому не сказав, сбежит с большого семейного мероприятия, устроенного в его честь. По воле судьбы его дорога пересечется с девушкой Зайнеп, которая буквально должна вот-вот выйти замуж за своего друга детства Куртая, но в последний момент узнает, что тот ей изменяет. Третье место сериал «Затаив дыхание», 10 серий. В ролях Шукрю Юзулдыз, Мелиса Шенолсун, Ур Юджел, Эзги Шунлер, Гюльчин Сантурджу Адлу. Главную героиню сериала вырастил отец, и теперь они вместе живут в Берлине. Рюя никогда не видела мать, но однажды ей удалось узнать, где она находится. Отважная девушка, несмотря на то, что путь к маме лежит через опасную территорию, на которой ведутся боевые действия, и ведет прямо в оккупированную деревню в Сирии, решает во что бы то ни стало встретиться с ней. Не найдя других вариантов оказаться в той самой деревушке, Рюя соглашается выйти замуж за барана. Однако совершенно неожиданно ей на помощь приходит Юсуф, готовый помочь абсолютно безвозмездно. На втором месте сериал «Стужа», 10 серий. В ролях Мюфит Каяджан, Айча Айсин Туран, Альперен Дуймас, Джанер Джиндарук, Хазал Филиз Кючукасе. Фируза и Аяз безумно влюблены друг в друга, однако мать Аяза настаивает на том, чтобы ее сын расстался со своей девушкой и женился на избраннице, которую та выбрала сама. Парень повинуется воле родителей, чем причиняет ужасную боль любимой. Тем временем отца Фирузы обвиняют в халатности после несчастного случая, унесшего жизни людей. Его дочь пытается доказать невиновность отца, но вскоре выясняется, что строительной фирмой владеет семья Аяза, а парень причастен к происшествию. В сериале, занимающем первое место, роли сыграли Энгин Акюрек, Сарп Левендаглу, Айкут Акдере, Тансу Бичер, Фатих Докес, Серпиль Гюль, Гизем Калам. Сериал расскажет драматическую историю молодого человека по имени Даган, который планировал стать врачом, но так и не успел окончить обучение. Накануне своей свадьбы Даган серьезно повздорил с отцом невесты, влиятельным человеком, который был решительно против замужества дочери, считая молодого человека недостойным ее руки. В разгар ссоры отец девушки открыто заявил, что парень берет ее в жены только лишь из-за денег и бросит, как только они закончатся.
На что разъяренный жених в порыве эмоций резко ответил, что за такие слова он убьет его. В день свадьбы парень внезапно куда-то пропадает и не выходит на связь. А спустя некоторое время отец невесты оказывается застрелен. Под вечер ничего не подозревающего парня задерживает полиция. Вскоре герою предъявляется обвинение в убийстве, после чего его приговаривают к высшей мере наказания. Спустя 11 лет в тюрьму, где Даган отбывает наказание, неожиданно приходит молодая девушка-адвокат, которая уверенно заявляет ему, что она нашла доказательства, подтверждающие его невиновность. Это был последний сериал сегодняшней подборки. Подписывайтесь, потому что подборок я планирую очень много. Также буду благодарна за комментарий и за лайк, потому что я старалась. Еще, мои любимые зрители, мне очень интересно и очень это важно знать, сколько же вас досматривают мои подборки до конца. Напишите, пожалуйста, в комментариях название сериала, который в этой подборке занял первое место. Кстати, уже доказано, кто ставит лайки и пишет комментарий под моим видео, всегда сопутствует удача. Не забудь написать в комментариях, что будешь смотреть в первую очередь. Итак, первое место, сериал «До самой смерти», 13 серий. Я вас всех очень сильно люблю, до скорой встречи с новым видео.